Йоу-йоу-йоу, всем привет, с вами мистер Роман Сафронов, а также мой друг DGNX, сейчас известный под ником как СССР. Просто его забанили, естественно, он ведет себя несдержанно, уничтожает союзников и другие виды танков союзного происхождения. Сейчас мы играем с ним практически в одной комнате, на расстоянии вытянутой руки. Я могу сейчас дотянуться и дать ему по щам, если он у меня выиграет. Я думаю, он услышал эту угрозу, и я выиграю в этом бою. Он мне написал: ха-ха-ха, тюлень. Просто он очкует очень сильно. Он очень сильно стесняется, дорогие друзья. Сейчас будет рандом. Вот БТ-2 против БТ-2. Он против меня. Профессионал против новичка. Так, а ну харем в мой экран. А ты сволочь. Сейчас будет полный кайф уничтожения его, как я начинающий, точнее, уже опытный игрок и на начинающем аккаунте против уже как бы не очень адекватно. Вот видите, он заржал. Он заржал. Он не умеет сдерживаться, дорогие друзья. Так, продолжаем. Я надеюсь, в конце этого видео он хоть что-то скажет. Я ему предлагаю взять Т-60, а не БТ-2. На это он ответил тем, что вышел и скоро зайдет. А пока мы будем ждать. Да, дорогие друзья, ждать. Это самое офигенное занятие World of Tanks. Ждать. Продолжаем, дорогие друзья. Он наконец-то нашел свой Т-60 в двухтанковом ангаре. Что, офигел? Вот, он заговорил, свершилось чудо. Вот это и предсказывала Ванга. Ладно. Продолжаем наш боёк. В итоге это видео займет максимум 5 минут, я так надеюсь. А точнее 4. Сейчас я против него, естественно, жесткое ПВП. На вторых уровнях, пока у него больше ничего нет. Он только что создал новый аккаунт. Естественно, пароль он забудет, так что, друзья, его можете не приглашать и вообще послать его нахуй. Дорогие друзья, сейчас идет Гарри Поттер. Там, что там? Дары смерти? Как что? Да, Гарри Поттер, дары смерти. И я смотрю одним глазом на камеру, как я уже говорил в... Точнее, извините, пожалуйста, это будет первым видео, которое я выложу, просто то, которое должно быть первое, чуть-чуть запоздалось. И поэтому я... Вы узнаете все в следующем видео про гайд по Су-26, я все-таки его попытаюсь выложить. Ну что ж, продолжаем, дорогие друзья. Мы начинаем... От скотина мелкая. На. Мы попытаемся его уничтожить. Да-да, дорогие друзья, уничтожить. Разрушить, поломать, кастрировать и прочие неприличные вещи, которые я не имел права рассказывать в эфире. Итак, он пытается выехать, пытается меня продамажить. Естественно, это у него не получается. И он получает первую плюшку. Да, первую плюшку. Промах. Вторая. Промах. Третья. Промах. Не, рикошет, извините, пожалуйста. И четвертая. Он в меня попадает, но я его уничтожаю. Вот это называю профи против нуба. Победа. Да, дорогие друзья, как я говорил, 5 минут, извините за такое... большое количество времени. Ну ладно, с вами был мистер Роман Сафронов и DGNX. DG. Всем спасибо, всем пока.